Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Rayman from the Ashes. Продолжаем играть, что-то захотелось поиграть в такое. Это была бесплатная раздача от Epic Game, спасибо Epic Game за то, что я имею возможность играть такие шедевры. Да, это кооперативочка, кстати, можно с друзьями играть. Продолжить. Какого хера я тут? Полазим тут, посмотрим. Отсутствует... Ага, я понял, DLC у меня нет. Окей. Торговцы всегда готовы обменять предметы на лом. Большинство из них продают самые разные расходуемые предметы, которые используются как для снятия эффектов, так и для пополнения боезапаса. 600. Стоит 600, у меня 800 есть. А что оно лучше? Урон 102. 2,5 в секунду. Двухзарядный. 10-зарядный. На урон 66. Нихера себе, 130. Это что такое? Ух ты, блава. А у меня сколько? 52. Вот вместо пистолета поменял бы на что-то. Типа... Это что такое? Точность. Оптическая дальность. Короче, ничего не понятно пока, месть. Я коня слышал только что. Что еще? Дай сиську потрогать. Ну, давай глянем. Why? Создание. Угу. Опа. Аура восстановления. Это скилл создает... Целительный источник радиусом 2,3 метра, который восстанавливает 10 единиц здоровья в секунду. Длительность 10 секунд. Угу. Огненный выстрел. Наделяет боеприпасы силой огня. Повышает нанесение урона на 15%. Выстрелы имеют шанс наложить эффект горения, наносящий 100 единиц урона от огня. В течение 10 секунд. Действует 15 секунд. Ага. Класс. Еще неприятности. А, это F нужно нажимать. Прикольно. Прикольно, F. Не слабое вообще. Ой, ты боже, что вы такое? А что происходит? Почему они так изично как-то умирают? Валом. Хорошо. Ого. Ничего себе. А, это какой-то газовый. Тихо, убегай, убегай, убегай. Гниль. Чё у меня по хп? Восстанавливаемся, хорошо. Железо. Лом тут идет как денежное средство.
Вау, ничего себе перекатик. Неплохо, неплохо. Я, бля. Уполом железа. Опа. Ну что такое? Ты ёбаный стыд. Опа, это босс какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беги-беги. А, тут еще ж перекаты есть, прикольно. Так, активируем. Где ты? Фу, я не понимаю. Ты... Ёба... Изичная игра, блин. Вот они. Прикольно. Мне уже нравится. Чтобы сменить оружие, нажмите X. Окей, понял. Так, у меня перк на этом орудии, получается. Я F нажимаю, и я могу видеть всех монстров. Это прикольно. И главное... Этих можно и просто порубать. Да если у тебя взрывающиеся, которые гнилю, тебя поражают. Такая долгая перезарядка перка идет. Класс. Пойдет игра. Это хер. Ну опять-то, ну что ж такое? Мне надо за ХП следить, у меня, наверное, ХП мало было. Они наступают. Попытка номер три. Подождать. Да, у меня хп ж падает. Не сильно падает, но все равно. Зачем? Ой-ой-ой-ой! Это же гнилой, гнилой, гнилой. Пробегаем. Я так понял, какой-то мини-данжик.
Так, используем перк. Они, кстати, они нормально сносят. Так, это чудо вижу. Что это, чтобы восстановить здоровье? Ю, нажмите, чтобы восстановить здоровье. Давай, давай, давай! Можно восстановиться! Криворукий. Они наступают. Так, попытка номер 4. Ружье топ вообще. Так, у меня что-то мало патрончиков для него. Интересно, а сейвится то, что я собираю и вот погибаю постоянно? Блин, ну постоянно теряется. Так, материалы. Давай запомним. 39 железа. Какой-то кристалл. Жесть. Это тут даже, наверное, то обычный, мне кажется, монстр, только какой-то там элитный. Ну, то есть чемпионы. Палим. Так, они разные постоянно попадаются. Потому что мне сначала попался, ну, такой, с арбалетом, типа. А то потом с двумя мечами. Интересно, у него какие-то самонаводные. Ебой. Так, а их двое, что ли? Нелегко. Да чё это, я не понял. Ну ладно. Шикарно. Блин, ну похоже на крикунов с Half-Life. Там тоже они... Когда бежали на тебя, они кричали и взрывались. Так, восстановить. А, это ж нельзя использовать вроде. Сердце там какое-то. Я помню. У меня патроны не заканчиваются или не восстанавливаются. Так, 32 патрона в запасе. Исследуем территорию. Ух ты, выпад только что был. Там какой-то пулеметчик по мне стрелял только что. Да сколько вас?
Ничего себе. Че, она там бесконечно будет идти? Ой, да ну... я просто так трачу. Прикольно, он выпрыгнул. Так, у меня хилок нет. А четверочка это что? У меня ничего больше нет. Это что такое? Кольцо какое-то. С. Прикольно, колечечко. Что оно мне дает? Повышает скорость атаки в ближнем бою на 10%, но снижает скорость на 15%. При использовании с повязкой политивка. Повышает наносимый в ближнем бою урон на 10% и скорость уклонения на 15%. Снижает перегруз на 25%. Очень неплохо. Теперь быстрее должен махать своим сабером. По идее, с металлолома что-то могу создавать. Или нет? Коробка с боеприпасами. Прикольно. Я пополнил себе боезапас. Так, есть 4 бинта. А это если кровотечение бинт нужно использовать. Дальше что это? Масляный тоник. Снимает эффект заражения. И повышает сопротивление гнили на 30%. Вот это неплохо. Это что такое? При использовании герой возвращается на последнюю активированную контрольную точку. Эликсир просветления. Ух ты. Повышает получаемый опыт на 25% в течение 2 часов. Гибель персонажа не отменяет данный эффект. Бухаем. Мне это подобается. Так, возьмем пистолет. Так, у меня есть хилочка, да? Нет, у меня хилочки ноль. Офигенно. Так он настолько косой, что я могу случайно прыгнуть в зону поражения его. Он опасный, блин. Блин, я постоянно сначала начинаю. Thank you.
Так я могу просто, да? Оп. И уклоняюсь просто. Мне даже по нему стрелять не нужно. О, очки талантов. Интересно. Очки талантов. Мастер теней. Внимательность врагом минус 6. Там то что-то на меня бежит. Это что такое? Выносливость. Ну давай лучше здоровье. Ой. Слушайте, у меня тут оказывается 13-14. Все закончилось. Мне какую-то регенерацию найти по хорошему счету. Так, у меня хп нет, это мне не нравится. Блин, а где мне хилки брать? Я их так просто бесцеремонно потратился. Да, что теперь? Что теперь? Да ничего хорошего. Офигенно, мне нравится. Вот где мне брать? Тут вроде крафтить можно. Если вот сюда нажать, использовать, да? И в таком режиме вроде бы я могу. Улучшайте оружие и броню. Ага, это надо возвращаться мне туда. Так, братик, а ну постой. Мне нужно просто разобраться. Таланты, карта, персонаж. Нельзя тратить хп. У меня кьюшки есть, это какое-то там сердце, которое восстанавливает хп. Но его тоже я не хочу тратить. Не, ну придется, наверное, в критической какой-то ситуации его потратить. Так, до конца исследовали уголочек. Так они вообще нормально сносят так-то. Они достаточно медленные, но их много. Наверное, ихнее преимущество. Опа, это этот челик. F. Надо ждать, когда он откроется. В смысле, а что это такое? Так, давай хавай. Уходим. У него хп так не отнимается, блин. Я не знаю.
Блэйд шанс, когда он открытый. Что ты такое? Достаточно дальний у него этот радиус атаки. Вроде мне казалось, что он не достает, а он достал. Давай. Опа. Прикольно. Чисто без затрат. Это что такое? Да, каждый раз получается собираю одно и то же. Вот коробка с боеприпасами я нашел. Вот материалы 48. А сколько было? С моей куриной в памяти. Да нет, тут, короче, мечом надо. Там... А, этот пулеметчик гребаный. Че он сносит? Да, давай под патрончики прыгни. Он достаточно тупой и медленный, чтобы его бояться. Идем, чистим данжик. Подземелье. Что это такое? А. Все, вы закончились. Блин, из этой штуки постоянно что-то выпадает. Мне это не нравится. Надо ждать, пока пройдет это облако газовое. Сносят нормально. Мне одну плюшку дал и снес, наверное.
одну пятую. Блин. Так, икс. Талант, плюс одно очко. Вина похилится. Я слышал вроде бы эти мечи. Что я сделал? А, я F-ку не случайно нажал. Я постоянно ESF путаю. Получается, я прошел данж. Верно, давай на этом мы и закончим. Раз это точка сохранения. Я надеюсь, что это точка сохранения. Мы на этом закончим. И продолжим, возможно, завтра.